Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на часах Garmin Forerunner 645 можно включить и выключить режим «Не беспокоить». Берем наши сами часы, далее зажимаем клавишу Light, после чего переходим в пункт «Не беспокоить» и включаем его. Так он включен, нажимаем еще раз, и он выключен. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!